мои хорошие. Сходили в местный супермаркет. Цены офигительные. Сейчас покажу, какой у нас такой легкий ужин. Потому что завтрака у нас сегодня не было. Пообедать мы сходили в кафе. Я вам покажу, пока до этого показывала, да? Сейчас покажу, что мы купили на ужин. Я купила себе йогурт. Кстати, очень вкусный. Угу. Зелень. Надо зелень поесть. Потому что у меня все время проблемы с переменным климата. Купили манго. Представьте, манго стоит 18 дирхам. Умножите на 16. Сколько это будет, да? Ну, мы решили купить одно манго. Тут у нас хлебушек нам в кафе дали. Лаваш такой. Колбасочка. Ну, еще есть колбасочка. Купили бутылку воды. Тут еще мы не допили. И купили сока. Какого-то их сока какого-то. Печенюшки вот. Это, кстати, у нас из дома печенюшки. Сейчас будем пить чай. Сначала это все съедим. А завтра покажу вам, что у нас на завтрак. А пока я закрываюсь, мои хорошие. Ну, так, в принципе, day to day не знаем где. Завтра поедем на пляж. Сниму вам пляж. Все никак не скажу, да? Отель называется он City Max. Он практически в центре. Ну да, тут две остановки на метро. Значит, подошли, спросили, сколько мы хотели взять экскурсию. На где 40 видов растений. Там бабочки, там все красивое. Знаете, сколько стоит? $65 на человека. И мы решили не поехать туда. Не знаю. Но мы еще думаем, может, и поедем. Так что я сегодня никак не скажу, какой отель, да, City Max. Он схож с чем-то с Ибисом, но Ибис лучше. Правду вам говорю. Ибис лучше. Сеть Ибисов лучше. Вышли в холл после ужина. А здесь елочка. Сейчас покажу. Подарки. Привет, мои дорогие, слышно меня или нет? Я в столовой. Хочу вам показать на завтрак, что сегодня так
освоились, чуть побольше взяли на завтрак. Привет. Вот это что такое? Вот сейчас понятия не имею. Взяла. Вот это вот, что мама после острова, она с ума сойду. Нет, это икра какая-то вообще. Островатая. Это омлет, какие-то сосиски в каком соусе, салат, огурцы, арбуз. Это кашка моя и йогурт. Булочку всегда набрали. Дал картошки набрала. Чай. Сахар вот этот не будет. Почему мне нравится настоящий сахар, я не знаю. Так что приятного нам аппетита. И это последний завтрак в отеле. А, не, завтра еще, да, завтракаем мы еще завтра. Я сейчас так вам покажу кухню. Снимать нельзя, но я все равно снимаю. Не знаю, как меня будет слышно. Слышно, наверное, будет меня плохо. Вы же меня простите, без наушников. Камера на зарядке. Ну все, приятного аппетита всем, кто ест. И нам в том числе. Едем на пляж. Начинает петь имам. Начинает петь очень рано. Так что нам повезло.